Я лучше пулю получу, чем обратно в тюрьму. Господь с тобой, Гриша. Гриш, может, уедем? Очень интересно, и куда же? Мало ли. Деньги есть, а нет, еще возьмешь. Выправим документы. Здесь тебе каждая собака хвостом виляет. Рано или поздно все равно возьмут. Что нас тут держит, Гриш? Мишку моего брата. Убили, говорят. У тебя тоже родственников нет. Может, за границу, в Европу? Там, говорит, совсем другая жизнь. Точно, точно. В Париж. В Париж. А что ты там делать будешь? Бессарабского помещика разыгрывать? А я, по-твоему, только представлять могу? Еще и грабить. Да что ты. Я, Антонина, между прочим, все могу. Просто жизнь так повернулась. А я мог артистом стать, заводчиком, да кем угодно. Что ты смеешься? Ты знаешь, каким управляющим я был в поместье у этого черта Семиградова? Я там такой порядок навел, что он на меня нарадоваться не мог. Пока у него рога не выросли. Тогда он тебя вожжами-то и отходил. Ой, какая же ты дурка, Тоня-то. Какая же ты дура. Ну вот как с тобой разговаривать? А ты не разговаривай. Пожалуй, не буду. Добрый день. Купите даме цветы. Пожалуйста. Что ты сидишь с каменной мордой? Думаешь, я не замечаю, как ты каждый раз с ней переглядываешься? Эх, Гришка, доведут тебя эти девки. Пожалуйста. Знаете, у нас служба такая, что и рассказывать не велено. Ну, все-таки расскажите мне какую-нибудь историю. История? Ну что ж, пожалуйста. О Котовском слышали? Да. Так вот, сегодня ночью опять налет был. Газетчики до сих пор не знают. Два человека убитых. Слыхал, налетчик? Когда ты только успел? Пока я спала? Простите великодушно. Я краем уха слышал вашу беседу. Вы говорили о Котовском? Именно, мой сударь. В Тирасполе кассу взял. Негодяи расстреляли сторожа и городового. Но позвольте, Котовский ведь раньше никого никогда не убивал. Ну, знаете, времена меняются. Революция для нас тоже была полной неожиданностью, так что... Да-да-да. Ну, какова же сволочь? И вообще, когда вы его, наконец, возьмете? Ловим? Ловим.
Гриш, ты прости, но пока ничего узнать не удалось. А когда я спрашивал, все уверены, что это мы кассу подломили. Да, Ром? Да. И людей тоже мы положили. Да? Да? Что же это за гнида под моим именем душегубствует? Ну ничего, я эту тварь изловлю и как куренку ноги повыдергиваю. Чего грозить-то попусту? Их сначала изловить надо, вот тогда и стращать будем. Нет, это я к тому, что криком тут не поможешь. Вреда от них, конечно, много будет, это точно. Эти орлы дел понаделают, настрой усерднее искать будут. Кому мы в полиции платим, первые же нас и предадут. Потому как кочерга печи хозяйка. Когда и начальники подадут, тогда они, ох, как шустрить пойдут. Камни на камни, на нас не... А ты можешь по делу говорить? А то мне от твоих прибауток вот уже комок здесь. Так я и говорю, там, видать, тоже человек куражистый верховодит. Ловить их надо, а для этого приманивать по-умному. Ага. Приманивать, значит. Ну что ж, Василий. Значит, будем наживку готовить. Ведь все, все? Все, что есть. У таких фартовых ребят и нечем продать. Совсем обеднели. Прям смешно. А я скажу Грише, что над ним смеялся. Он тебя завалит, так вместе и похохочете. Нет, нет, я не то имел в виду. Я Грише со всем почтением. Просто у кого же взять хорошие вещи, как не у вас? Будут тебе хорошие вещи. Послезавтра ювелир Финкельштейн, ну знаешь, товар получает. Так что через 2 дня жди. Буду ждать. Буду ждать. Большое дело. Камней возьмем. Тут что? Живу, думаете? Много мне перепадет? О, гол как закон! Мужики, мне хватит. А второй? Гришка учует морду, да. А второй? Давай. Ну, у нас с этим что? А кого брать будете? Чего? Я говорю, кого брать будете? Да, ювелира одного. Этого, как его? Ну, Франкенли. Штейник знает. Давай, да. Эх, прости, Господи, да. Ну, все равно давайте. Просто не знаю, как уверить вас в силе и искренности своих чувств. Как добиться благосклонности? Покажите мне тот путь. Хоть одним словечком. О, ну что вы такое говорите? Я не понимаю. Ну, что подсказать-то? Ваше желание. Ну, подарок какой-нибудь желаете? Или обойдемся так? Поцелуями. Ух ты, какой хитрый. Сразу с поцелуями. А Колька-то с Апатой что скажут на это, а? Ой, а что ж вы меня пугаете-то? Я так и убежать могу. И тогда уж вы точно без подарка останетесь. Ну, что у вас там такое имеется, м? На самом деле, положа руку на сердце, ничего не имеется. Но через 2 дня будет все, что пожелаете. И колечки, и сережки, и цепочки, и даже... браслетики. У Финкельштейна все найдется.
Прекрасный выбор. Чудесный солитер. Ваша дама будет счастлива получить такой подарок. Нет, вы посмотрите, посмотрите, какая игра. Сколько? Вещь, как вы сами понимаете, не дешевая. Но для вас лично я готов сделать скидку. Таким образом, если цена для обыкновенного клиента была бы... Одну минуточку. А что там? Никого, все тихо. Васька на углу в пролетке сторожит. А будьте любезны, ключи от дверей. Простите, я не понял, что... Это вы меня простите. Я совершенно забыл представиться. Котовской. Тихо, 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 тихо. Папаша, не надо падать. О, Боже. Не надо нас бояться. Мы здесь для того, чтобы вас спасти. Дело в том, что вас хотят ограбить. Да. О, Господи. Да. А люди, которые хотят вас ограбить, они не просто вас ограбят, они непременно вас убьют. Непременно. Тогда, может быть, лучше позвать полицию? Что вы. Полицию звать не надо. Дело в том, что у полиции есть к нам претензии. Да, но вы могли бы уйти. Милейший, прошу вас, перестаньте со мной торговаться. Как я уже сказал, мы здесь для того, чтобы поймать тех, кто хочет вас ограбить. Именно поэтому мы останемся здесь и будем их ждать. Господа. Вы не волнуйтесь, прошу вас, они ничего не тронут. Что-то у вас торговля не шибко идет. Так ведь лето. Для нашего товара не сезон. Клиентов почти совсем нет. Так вы полагаете, что меня придут грабить? Полагаю, вы знаете ли, есть такое подозрение. Простите мое любопытство. А на чем это основано? Ну, это очень просто. Я вам с удовольствием объясню. Дело в том, что я распустил слух, будто вы получили огромную партию товара. И завтра я приду вас грабить лично. О-о-о! А сегодня, чтобы опередить меня, вас придет грабить он. Простите, я так понимаю, что у вас есть... Что-то против этих людей, а меня вы держите как приманку. Послушайте, любезный, вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы бы хотели приобрести у вас что-нибудь из изумрудов. Кольцо, например, или серьги. Да-да, конечно, конечно, непременно. Есть чудные серьги, кольцо. Чистейшей воды камни. А цвет шелк. Истинный шелк.
Удачная покупка. Чудесные камни. И по такой цене. Ну, где вы еще найдете такую цену? Чистейшее везение. Благодарю вас. Всего вам доброго. А всего доброго. Ну что ж, вы, милейшие, такие морды корчите. А не боитесь, что кто-нибудь вас напугает, так и останетесь? Неужели вас мама в детстве не предупреждала? Может, они вовсе не придут? Вполне возможно. Но исключать нельзя. Больно? Да не то чтобы очень. Доктор хороший, дырку заделал. Кость, говорит, цела. Какая сволочь тебя так? Да есть у меня одно подозрение. Да. Знакомый кто? Они в масках были. Но и главарь меня точно узнал. Росточка небольшого, а вот голос точь-в-точь Мишка. Он жив? К сожалению. Гриша! Говорю же, лица я не видел. А голос очень похож. Они подтвердят. Вот те чудеса, так что дыбом волоса. И что ты решил, Гриш? Не знаю. Думать надо. Гриш, я прошу тебя. Сказал же. Я еще не решил ничего. Или я такой страшный? Раньше вы все больше смеяли. Нет, нет, я так. Покуда это вы торопитесь? Я в магазин. А, что-нибудь из украшений купить. А то обманул я вас. Нечего мне подарить. Помешали нам. Был я у Финкельштейна, но кто-то пустил слух, что у старого Финкельштейна полно товара. И вот встретились парнишечки на узкой улочке. Может, это вы рассказали тем парнишечкам, что от меня слыхали? Вы не бойтесь. Мне бы только знать, кому вы говорили. А? Хозяин, есть кто живой? Вас понял. Живых нет. Кто пришел? Тебе еще налить?
А он вам разве не сказал, что у нас с этим делом строго? Я за это в морду бью. Ну что вы застыли? Жуйте, жуйте. Вам никто мешать не будет. И давайте-ка, колитесь. Кому вы стуканули, что мы Филькенштейна брать собираемся? Или он вам не сказал? А, Василий? Говорил, Гриш, все как есть рассказал. Куда и пойдем, когда, все сказал. Ну вот, видите, Василий вам все рассказал. Так что давайте-ка. Колитесь. Не злите меня. Гриш, тут такое дело. Наша вина, кто спорил? Скупщику мы стуканули. Ну, про товар у ювелира было дело. Он нам за наводку заплатил, а с кем он потом, мы не знаем. Ну, вот и ладно. Вот хорошо. Вы ешьте, ешьте. А то остынь. Ну что? Гриш. Что? Угу. Она сказала еще, вроде вот, тут они должны быть. Вот второй этаж справа. Сама девчонка их не видела. Она подруга с Мрухой, главное. Да. Ося, останешься у двери. Арон, встань на лестницу. Понял. Вася за мной. Что опять? Да ничего, то нас ловили, а то мы ловим. Засады, облавы, все чин-чинарем. Может, нам в полицию податься служить? Я больно ловко у нас все получается. Какие учителя были, сколько за нами гонялись. Хорош трепаться. Вася, вперед. Да иду, Гриша, иду, иду. Барышни, вероятно, ошиблись номером. Это что такое? Барышни? Да что ты. А я и сам вижу, что не китайские матросы. И давно они тут? С обеда. А кто здесь до них стоял? Мужики трое. Серьезные. Куда делись? Пришли к ним дама какая-то. Они собрались быстро и съехали. Ты твою. Еще раз пардон, барышня. А может, останетесь? Да нет, благодарю. Как-нибудь в другой раз. А ведь их кто-то предупредил. Прямо из-под носа ушли. А я их практически в руках держал. И на тебя. Антонин.
Скажи-ка ты мне. Гридиш, весь город говорит, что мы больницу ограбили. Да. Если дело так дальше пойдет, мы уже скоро сирот убивать начнем. Гриш, мы-то ладно, но вот у меня родня, им-то как людям в глаза смотреть. Папа меня проклял, а если еще мать узнает. Немец! Так. Про больницу слышал? Слышал. Поверил? Тебе-то какое дело, поверил или нет? Поверил или нет? Только за этим приехал? Я ж тебе сейчас в морду дам. Отвечай, ты поверил, что я могу больницу грабить? Детство какое-то. Да я ж тебя... Ну хорошо. Бог с тобой не поверил. Кто-то по тебе работает, не мог ты. То-то, что не мог. Пошла! Идиот. Стоим! Стоим! Гриша, газета, срочный выпуск. Я только-только взяли. Иди ты. Вот. Котовский пойман и заключен в Кишиневский замок. О! Интересно. А ну-ка, садись в карету. Садись, садись. Пошла! Я читал составленное вами описание задержанного. Он такой же Котовский, как я, Матильда Кшесинская. Нет, это балерина такая. Нет, не в Кишиневе, а в Петербурге хватит. Пожалуйста, приведите ко мне этого задержанного. Я на него посмотрю. Это Зильберг. Пожалуйста, пошлите трех человек за этим якобы Котовским и приведите ко мне. Ваше высокоблагородие. Мы здесь для того, чтобы забрать арестованного Котовского Григория Ивановича и припроводить его в жандармское управление. Позвольте предписание, господин ротмистр. Ну, конечно же. Предписание имеется. Куда же сейчас без предписания? Извольте. Котовский, подойди. Куда? Я не пойду. Пустите меня. Да иди, иди, не рассуждай. Это Котовский, хватайте его! Это Котовский. Сколько же их Котовских-то? Балан, это Котовский, хватайте его! Да, может быть, я Котовский? Посмотри на меня внимательно. О, или вот он, или вот он. И балан, хватайте его! Идиот! Иди, иди. Какой идиот! Не рассуждай. Ротмистр. Трогай. Но! И куда вы меня теперь? Полиция, Миша. Полиция. Чего? Ну, а ты что думал? Отпустить тебя? Чтоб ты еще кого-нибудь грохнул. Нет уж. Все, что мне нужно было узнать, я узнал. А теперь отправляйся обратно в тюрьму. Стой! Стоять! Стоять! Стой! Что ты за нами? Стоять! Стоять!
себе. Мерси. Кот, товар будет? Торговцы придут, я скину. Товара нет. Сегодня другие дела были. Манька! Убери. Ну, давай, 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 давай. Вставай, 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 вставай. Опа! Быстро, быстро. Тоньке скажете, что вечером у меня дела. Ну, сводить ее куда-нибудь. Только не туда. В общем, не в тот ресторан, ясно? Ну, поняли, поняли. Отцвели уж давно хризантемы. В саду а любовь все живет в моем сердце. Малено. Костя, какие цветы больше любишь? Синенькие. Костя, синенькие – это вообще не цветы, это баклажаны, их кушают. Это, Ром, смотря какая цветочница. Если цветицу, ничего себе, так… Я тебе покажу цветочницу. Поговори мне еще. Башмак верни. Вот уже. Григорий, что за манеры? Ты мне поговори еще. Ну, пошли отсюда вон. Синенький он любит. Принесла? На вот. Больно ты его рассердил. Зачем именем его называешься? А чё так мало-то? Не могла больше попросить? Значит, не могла. Уезжай, Мишка. Поймаю тебя, спаси Господь. У меня здесь кое-какие дела еще остались. Мне тоже не сладко. Гришка по бабам скачет. Нашел себе какую-то цветочницу, ушляется к ней. А мне даже поплакаться некому. Ничего. Скоро я с ним за нас обоих поквитаюсь. Ты что удумал, Миша? Да ничего. Миша, запомни, я тебе этого не прощу. Прощение? Что? Миша! Да ну что ты? У нас появилась хорошая возможность взять его сегодня. Вечером он будет там. Я предлагаю произвести арест на улице, иначе в помещении могут оказаться люди и пострадают посторонние. Да. Неоправданных жертв не хотелось бы. Скажите, а насколько надежен ваш этот осведомитель? Поверьте мне, он надежен. Голубчик, в доносчиках никогда нельзя быть полностью уверенным. Я думаю, мое можно. У него есть сильный личный мотив. Хотя, честно говоря, все это омерзительно. Разрешите идти? Да поможет вам Бог. Ступайте. Марьяна, цветочница где? Да это не мямли. Ступай, позови. Тебе твои 2000. Благодарствую, ваше благородие. Заткнись. Бери деньги и проваливай. Ага. Да, и ежели, не дай бог, Котовский прознает, что это я его. А ты Котовского не бойся. Его теперь долго не будет. А вот человека, который тебя надоумил донести на него, вот этого человека ты действительно бойся.
935. Я понял, поручик-то. Все отдал до копеечки. 2000 целковых. Короче, так, как договаривались. 500 мне, остальные вот. Дело мы сделали хорошо, это верно. Господин поручик говорил не бояться Котовского. А ежели он узнает, кто его заложил? Тюрьма тюрьмой, а ежели вырвется, не дай бог. Не узнает. Я все обдумал. Верно говоришь? Вернее, не бывает. Живой. С коренючком прошла. Помогите! Мать, сука! Хорош, суки, хорош! Подло, хорош! Согласно высочайшему утвержденному уложению о наказаниях уголовных и исправительных подсудимого Михаила Берилева, 24 лет, подвергнут смертной казни через повешение. А можно просьбочку, Ваша честь? Последнее. Прошение о помиловании подается в установленном порядке. Ваш защитник вам это разъяснит. Увести. Смешной ты, старик. Какое помилование? Я не об этом. Одну просьбочку можно? Ну, бородатый, ну! Чтобы нас с Гришкой вместе вешали. Можно, Ваша честь? Ну, вместе гуляли, вместе и помирать веселее. А, щекастый! Раз я вам его сдам, можно снисхождение, Ваша честь? Гриш, я решила. Я с тобой поеду. Со мной куда? В Сибирь. 10 лет – это долго, а я нетерпеливая. Твождящим декабристка. Здесь сиди. Не надо так со мной, Гриш. Я правда. Правда. Правда, Тонь, в том, что разошлись наши с тобой пути дорожки. Раз поймали меня, стало быть, все, хватит. Погуляли мы с тобой. И будет. Так это мы с тобой... Просто гуляли? Ну, а что же это было-то? Любовь великая, как в книжках. Читал я эти книжки-то. Там все по-другому написано. И мужики и там другие. И женщины совсем не такие. Оно и правда. Я всегда была для тебя не такой. Не такой. Если бы жизнь моя по-другому пошла, разве стал с тобой опутаться? Сама подумай. Сволочь ты, Гриша. Ты слыхал? Мишку приговорили. Повесят его. Чего смотришь?
Гриша! Миша! Миша, слышишь меня? Гриша! Помоги! Миш, ты главное не бойся. Мишенька, главное не бойся, слышишь? Гриша! Гриша, помоги мне! Гриша! Не бойся. Согласно высочайше утвержденному уложению о наказаниях уголовных и исправительных, подсудимого Григория Котовского приговорить к каторжным работам сроком на 10 лет. Как видите, голубчик, все как обещал. Да вы меня как будто с днем ангела поздравляете. Ну, в некотором смысле вы снова родились. Каторга, конечно, есть каторга. 10 лет тоже не один день. Так что свидеться нам с вами придется не очень скоро. А это уж как получится. Что именно, как получится? Как получится удрать, естественно.